Ульяновская область по темпам уборки зерновых занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Сейчас аграрии подходят к рубежу в 1 миллион тонн зерна. Убрано почти 80% от плана при урожайности в 20 центнеров с гектара. Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий проводит мониторинг передвигов на уборочных работах. Определяются лучшие хозяйства и комбайнеры в муниципальных образованиях. По итогам прошедшей недели переходящий кубок лидера достался Цельнинскому району. Помимо обмолота зерна, в регионе продолжается сев озимых культур.